In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. This is a short introduction to the video on the apostasy of world orthodoxy, especially directed to Orthodox Christians, so as to impress upon them what we believe when it comes to the faith and the church. We believe as the Holy Creed that we recite every divine liturgy in one holy Catholic and apostolic church. That means there's no other way to salvation other than through the true faith. And as St. Paul says in his epistles, that we are sanctified by this faith. We are justified by this faith. And we are made righteous through this faith. And in the end of his life, St. Paul said, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. What faith? The Orthodox faith. And St. John the Theologian says, this is the victory having overcome the world, our faith. Orthodoxy is the victory over all heresy and evil. Remember, St. Paul says, there is one body, one spirit, even as ye also were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism. So we recognize, us who are Orthodox, that we are in the one and only faith, and we have the one and only Lord and God as our true God. Okay, thank you. Последний царь России, царь православный. Император сам переносит святые мощи преподобного Серафима Саровского. В этих глазах словно отражено предчувствие грядущей мученической кончины, а правильнее сказать, готовность к мученичеству, знак истинной веры. Убивать
убивающим священнослужителей, побирающим святыни, разрушающим храмы Божия, истязующим братью нашу и осквернившим Отечество наше одно. Времена пошатнулись из толпы церкви. Полнота веры стала покидать даже ее некоторых иерархов. Выразим всенародно нашу благодарность советскому правительству за внимание к духовным нуждам православного населения. Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. Сведения, помещенные в заграничной прессе относительно жестокости, чинимых атеистами советской власти, по отношению к священнослужителям, сплошной вымысел, клевета, совершенно недостойная серьезных людей. Из послания митрополита Сергия, поставленного в то время во главе церкви. После перехода инициативы на всех фронтах Красной Армии в Кремле происходит неожиданная для многих встреча главы безбожного государства Сталина с правящими, то есть действующими архиереями Русской Православной Церкви. Сергием Строгородским, Алексеем Симанским и Николаем Ярушевичем. Русская Православная Церковь избирает себе главу, патриарха всея Руси. Третий Рим снова становится реальностью. И Алексей Симанский, ставший патриархом, знает об этом. Его кандидатура одобрена лично Сталиным. Кого избираете вы клиром и вашей паствой, патриархом московским и всея Руси? На глазах десятков гостей происходит невероятное. Куратор церкви по линии безбожного государства. Полковник НКВД Георгий Карпов первым подходит к новому патриарху и целует его. Правительство продолжает поддерживать церковь. В августе 1945-го в Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник вручает патриарху Алексею орден Трудового Красного Знамени. Впервые церковнослужитель получает такую награду. Выходя от Шверника, патриарх Алексей на Соборной площади позирует оператору на фоне главных российских святынь. Вещи еще недавно немыслимые. Yeah.
1948 as Ecumenical Patriarch and the 268th successor to St. Andrew, Athenagoras embarked on a mission of ecumenism that would have a huge impact on 20th century Christianity. The reconciliation of the Church of Rome with the Church of Constantinople. History records that Peter and Andrew established what have endured as the two great centers of traditional Christianity, Rome for the Western world and Constantinople in the East. These two men are the historical successors to the apostles Peter and Andrew. Cardinal Willebrands, the Pope's personal representative and in charge of the Vatican's Department of Christian Unity, brings warm greetings from the Pope of Rome. With these greetings comes the embrace symbolizing the future reunification of the East and West as one church. Αγαπήσομε να λύλουσι να εν ομονία ομολογήσομε. Pater
et fandonimon. Богослужение, нравы и культуру. Разрыв с православным церковным преданием уничтожил евангельское учение, и это привело к уравниванию христианства со всеми религиями на свете. В Бостоне 28 октября патриарх посетил армянский храм Святого Стефана и молился вместе с монофизитом Кафаликосом Киликийским Арамом Первым. Там, уравнивая православие и монофизитство, он, между прочим, заявил: 1997 год. Патриарх Варфоломей празднует католическую Пятидесятницу с папским кардиналом Мартини в Милане. Это уникальное экуменическое переживание, можно сказать. Я глубоко переживаю, что впервые нахожусь в ограде святителя Амвросия Медиланского. И это посещение мое совпадает с великим праздником Пятидесятницы. Благодарю Господа Бога, который так устроил все для меня и для моей церкви. Также благодарю Высокопреосвященнейшего кардинала за его братское приглашение. Holiness Bartholomew I will welcome a group of special visitors. The leaders of the Holy Patriarchates and the Autocephalous churches from around the world arrive for an historic event. The primates of all these churches are present in this historic synaxis held on the grounds of the Ecumenical Patriarchate from the 13th to the 15th of March 1992. We had for the first time a synaxis, a gathering of all the heads of the Orthodox churches throughout the world. We are 14 sister churches in Orthodoxy. We had fruitful discussions. We produced a nice, I think, text, which will be read today during the Holy Liturgy instead of a sermon. We, the primates of the local Most Holy Patriarchates and Autocephalous and Autonomous churches, have conferred in brotherly love and have concelebrated the Holy Eucharist, the Gospel of Christ, and the Orthodox faith, offer love instead of hatred, cooperation instead of confrontation, and communion instead of division. We therefore condemn the schismatic groups that threaten the canonical structure of the Orthodox Church, and we abstain from any kind of communion with them until they return to the body of the Orthodox Church. In this same spirit of concern for the unity of all those who believe in Christ,
we have participated in the ecumenical movement of our time. The participation of the Orthodox Church as a whole in the World Council of Churches aims toward the restoration of Christian unity. Присутствовали буддисты, мусульмане, туземцы из Африки и Америки, зороастрийцы, сикхи, индуисты, синтоисты. Присутствовал и Элио Тоаф, главный раввин Центральной синагоги в Риме, которую папа посетил несколькими месяцами раньше. Были представители почти всех христианских исповеданий, Всемирный совет церквей, несториане, антихалкидонцы, монофизиты, копты, армяне, малабарцы, римокатолики, старокатолики, англикане, лютеране. К несчастью, на этом общерелигиозном сборище было отделено видное место для православных экуменистов, которые даже активно и решительно участвовали в устроении его. Прибыли представители православных церквей Финляндии и Чехословакии, патриархатов болгарского, румынского, грузинского, московского, и антиохийского. Особое место рядом с папой было предоставлено первоиерарху англикан Рансей и представителю Константинопольского патриархата фиатирскому архиепископу Мефодию. Церкви Александрийская и Иерусалимская выразили свое духовное согласие, направив официальные приветствия. Пилатская церковь приняла молитвенное участие через известный византийский хор из Афин, который пел на всех трех главных собраниях в Ассизи. The fractured walls of the church's interior. Across town, citizens team with rescue workers in an attempt to stabilize their most cherished landmark, a 600-year-old bell tower. The quake has left the massive structure wobbling precariously atop the crumbling pillars. But just as workers are attaching support lines, a frightening rumble thunders from below. A violent aftershock shakes the village, sending the prized tower crashing to the street. Back at the Basilica, the shockwaves strike,
Terrified workers race for the door as the ceiling begins to collapse. We can see gigantic slabs of mortar and marble crash to the floor as the church is engulfed in a cloud of dust. It's very much part of both the Orthodox and Roman Catholic liturgy, and also many parts of the Anglican Church. К сожалению, православные экуменисты стали органичными членами и этого совета. Представители были посланы от патриархии Антиохийской, Румынской церкви и Вселенской патриархии. Представители 13 исповеданий должны были пройти через очистительный дым и быть вход с Евангелием совершает женщина-туземка-аборигенка. Reading from the Holy Gospel according to John. Как православные экуменисты позволили себе участвовать в этих многократных падениях папистов? Приняли участие около 4000 человек. Язычество еще более заметно, чем в Ванкувере. Пришедшие в скинию прошли через очищающий дым. Австралийские туземцы приветствуют ассамблею культовыми обрядами, полными особой символикой. Митрополит Мирский Хрисостом из Константинопольского патриархата и другие православные, к сожалению, опять принимают участие. В ассамблее участвовали представители всех поместных православных церквей. Во главе делегации Константинопольского патриархата, составленная из 18 человек, был тогдашний митрополит Халкидонский, теперь патриарх Константинопольский Варфоломей. 12 человек представляли Элладскую церковь во главе с митрополитом Неапольским и Ставропольским Дионисием. Самая большая делегация, почти 40 человек, была послана Московской патриархией во главе с митрополитом Смоленским Кириллом. Некоторые называли это богослужением. Участвовали в организации этого совета. Амвон этого совета использовался не только для речи, но и для молитвы и обрядов разновидных групп и религий. Участвовали унитариане, буддисты, сикхи, мусульмане, иудеи, бакаисты, зороастристы, индуисты. Туземцы Америки совершили языческий обряд и призывали духов.
приняли участие и неоязычники. Все больше и больше людей ищут информацию, и я источники, чтобы собираться и учиться, как они смогут связаться с феминистской энергией, используя, подчеркнул главное, что объединяет все религии. Это дух Ассизи. Что это за дух Ассизи? Свет всех религий должен объединиться, чтобы просветить весь мир. Какое место в таком синкретизме для единственного света мира, Господа нашего Иисуса Христа? Какое общение света со тьмой? Pope John Paul II traveled to the Jewish synagogue in Rome. There he bowed his head with the Jews as they prayed for the coming of their Messiah. Welcome, Your Holiness. Or, in one word, shalom. Shalom. Our visit here is more than simply a formality. It transcends a mere courteous visit of a Christian leader to a Jewish leader. We are going to visit our dearly beloved friend, Mukhtar Kent, in Atlanta, the number one of Coca-Cola worldwide. He is a very good friend of ours. Let us hold our hands not only in prayer, but also in solidarity with one another. We owe it to our God, to our common patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, to each other and to the world. Αφίεμεν σωτηρέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά λύσε ημάς από τον πονηρού. Αμήν. Λουάρο φέρω πίσω σαν τες πει. Έτσι.
The near future will provide the Orthodox Church with the opportunity to come closer to Islam and enhance the dialogue and mutual understanding between Christians and Muslims. The Orthodox Church will play a very important role in the future of the relationships between Christianity and Islam. So I am optimistic that in the next 20, 30 years, 50 years, just now, the next 30 years, we shall have a very constructive dialogue which will be for the benefit of both sides. Because as you know, Islam and Christianity has many similarities, Я спрашивает он, существует сейчас между христианами и мусульманами, и как их можно урегулировать? Но разногласия у нас очень существенные. Это прежде всего разница в понимании Бога. И христиане, и мусульмане верят в единого Бога. Мы верим в одного и того же Бога. Ого, это как солнце. От него лучи. Если каждый человек приближается к Богу, идет по этим лучам к Богу, то он становится ближе. Чем ближе к Богу, тем ближе к другому человеку. Который также идет навстречу Богу. Если все человечество будет близко к Богу, то люди будут близко к Богу. We are all created by the same God, and as such, we are brothers and sisters between ourselves. We have the same Heavenly Father, whatever we call Him. And as being His... We of all religions children, have the same Heavenly Father. Of course, God is but one, independently on the name we give Him, Allah or Yahweh, right, and so on. Father Dmitry Sizunenko, who is the Secretary for Inter-Christian Relations in our Department for External Church Relations. Bless you, Mrs. Kumar. Bless me, thank you. Father Anthony is the new Dean of St. Catherine's Church in Rome, and he was the personal secretary of Patriarch Kirill for 4 years. Someday time, it will be a great honor for us if you can visit us. The time to see us. Thank you. Father Igor is serving in the same parish. He also arrived recently. He speaks many languages, including Italian.
Это значит, что де-факто мы признаем таинство католической церкви. Де-факто мы признаем таинство католической церкви. Де-факто мы признаем таинство католической церкви. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Namo Guru Ke, Namo Buddhaya. Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Murube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Allahu Akbar, Allah.
Well, now you have witnessed with your own eyes what has happened to the Bride of Christ, to the Church, that which has not changed in 2,000 years. The one Holy Catholic Apostolic Church has now been denied by all its hierarchs. And I wish to present to you certain quotes from the Fathers, our Holy Fathers. First, we will quote St. Athanasius the Great, Patriarch of Alexandria. As we walk the unerring and life-bringing path, let us pluck out the eye that scandalizes us, not the physical eye, but the noetic one. For example, if a bishop, who is the eyes of the Church, conduct himself in an evil manner and scandalizes the people, he must be plucked out, for it is more profitable to gather without him in a house of prayer than to be cast together with him into the Gehenna of fire, together with Annas and Caiaphas. Also, these are just some of the Fathers, so this video will not be overly long. We're going to quote St. John Chrysostom. How then does Paul say, obey them that have the rule over you and submit yourselves? After having said before, whose faith follow, considering the end of their lives, he then saith, obey them that have the rule over you and submit yourselves. What then, you say, when he is wicked, should we obey? Wicked? In what sense? If in regard to matters of faith, flee and avoid him, not only if he be a man, but even if he be an angel, come down from heaven. But if in regard to his life, be not overly curious. And lastly, St. Photius the Great. Is the shepherd a heretic? He asks. Is the shepherd a heretic? Then he is a wolf. You must flee from him. Do not be deceived to approach him, even if he appears gentle and tame. Flee from communion and conversation with him, even as you would flee from a poisonous snake. Because the bishops are guardians of the Church, guardians of the faith, you are what your bishop is. If your bishop is a heretic, an ecumenist that has been anathematized, as all ecumenists have been anathematized, if you remain with him, you are part of him. And the canons and the laws and the Fathers of the Church teach that we must flee bishops who do not keep the faith. Food for thought. May God bless you and enlighten you.